Сегодня мы проверим одну из самых прибыльных работ для новичков на проекте Black Rush RMP. Приятного просмотра! И также не забывайте то, что в прошлом видеоролике мы разыгрывали 100 рублей, которые получает вот этот вот челик. А если ты также хочешь получить сотку на халяву, то тебе всего-то нужно подписаться на мой каналчик, поставить лайк, обязательно прожать колокольчик и в комментариях под данным видеороликом написать никнейм и сервер, на котором ты играешь. Итоги до следующим видео. Привет, ребят, с вами Бестик. Сегодня я нахожусь на проекте Black Rush, это у нас сервер Crimson, так что обязательно заходите и играйте вместе со мной. После захода обязательно вводите промокод хэштег Бестик, введя который вы получаете деньги на свою первую машину, так что я вас всех тут жду. Ну а сегодня я решил вместе с вами проверить самую прибыльную работу для новичков на проекте Black Rush, благодаря которой вы сможете заработать такие нехилые деньги на свою первую тачку или на что-то еще более глобальное. Ну, ребят, давайте начнем с самого начала. Первым делом вы заходите на сервер. Что же вам предстоит делать? Для начала я вам посоветую пройти квесты на нашем спавне для того, чтобы заработать второй уровень. После достижения второго уровня у вас будет примерно 1030 на руках, второй уровень. И также, если на Crimson сервере вы ведете мой промокод хэштег Бестик, благодаря нему вы также получите 1020-30. То есть теперь у вас имеется 60 тысяч и второй уровень. Что же нам предстоит делать дальше? После этого мы едем в наше правительство на Black Rush, которое у нас находится примерно вот тут. Как же его найти? Выводите команду /GPS, после этого нажимаете важные места, и на первом месте у нас будет правительство. Место отмечено у вас на GPS. И теперь мы едем сюда. Тут очень много народу, а какого фиг тут реально столько народу? Я просто не понимаю. Короче, я как какое-то быдло просто поставлю машину на дороге, ребят, потому что парковочных мест тут просто нету, не обессудьте. И мы, короче, заходим сюда. Так, у нас тут огромное количество людей, и сейчас мы подходим вот сюда. Список доступных работ. У нас тут есть водитель автобуса, курьер, автомеханик и уволиться с работы. Мы устраиваемся на водителя автобуса, потому что сегодня я хочу проверить, сколько можно заработать на данной работе за час игры. Короче, все, ребят, мы сейчас бежим к нашей машине. Челик какой-то просто подбегает, говорит, довези, хотя в машине просто никого нету. Вот эти тачки я все растолкаю, потому что, ну блин, ну как-то они их очень странно поставили. Да плюс это полицейские машины, не знаю, какого фига они тут вообще стоят. Сейчас нам нужно будет поехать на один из спавнов для того, чтобы арендовать автобус. И после этого уже начать нашу работу. Честно говоря, я не знаю, где можно его арендовать. И вообще, насколько быстро мы его вообще арендуем. Вот у нас есть аренда автобусов, на ней стоит какой-то челик. Давайте проверим, я надеюсь, вообще нету, и мы сможем его нормально арендовать. Все, короче, я арендовал наш автобус, нам сейчас нужно установить цену за проезд. Я установлю 99, Арзамас Батривали или Арзамас Южный. Давайте укажем Батрива, потому что тут, в принципе, намного быстрее нужно доехать. Ну, точнее, можно доехать. И сейчас мне нужно будет посмотреть, куда мне вообще нужно двигаться. Я, честно говоря, пока что не вижу, но, как я понимаю, мне нужно развернуться, и нам нужно будет, встать на вот эту вот метку. Понимаю. Ну, короче, тут имеется огромный маршрут. Я сейчас, ребят, посмотрю вообще, засеку время, то есть сколько времени у нас пройдет за это все, потому что нам реально нужно знать, сколько времени мы на это все потратим. Короче, ребят, в принципе, я проехал полный круг и закончил наш рабочий день, и за это мне дали всего-то 10 тысяч рублей. За примерно 16-15 минут моего времени. Но, честно говоря, за час новичку можно очень легко заработать 1040-50, да можно даже за час сделать и 100, если реально очень хорошо водить и реально очень хорошо постараться. Мне кажется, блин, работа реально для новичков очень неплохая, потому что за 2 часа вы можете уже заработать себе на какую-то Вольво, на которую вы просто будете раздавать боком и кайфовать. Короче, какой-то вот такой видеоролик у нас получился. Я надеюсь, он вам понравился. Если это так, то обязательно прожимайте свой царский лайк и подписывайтесь на мой каналчик. Ну а с вами был Бестик. Всем удачи и всем пока-пока.